Спасибо. Работай. Как на самом деле работает собака-спасатель? Это вообще невероятное ощущение. Сейчас спускаемся в подвал. Тревожные сигналы. Я бегу со своим ковром. Привет. Я Энни Мэджик, и сейчас я нахожусь под огромным завалом. А этот завал находится в подвале большого заброшенного здания в Москве. И я здесь прячусь специально, потому что вы попали в мою рубрику «Профессии животных». И сегодня меня ищут здесь настоящие собаки-спасатели. А вот найдут ли они меня и как все это происходит, вы увидите в этом видео. И я нахожусь в завале уже около 10 минут. Офигеть! Я, если честно, не ожидала, что она такая большая, эта заброшка. Смотрите, короче, идешь такой на заброшку в Москву и встречаешь там подписчиков. Привет всем! Вот с такой заброшки, с подвалом, с несколькими этажами, с вот такими опасными жуткими лестницами, вот такими вот потолками. Тут люди в касках просто ходят. Меня не предупредили, я не взяла из дома свою каску. Мы будем наблюдать, как работают собаки-спасатели в настоящих полевых условиях. Ты уже занимаешься поиском, да? Тут просто огромное здание. Тут очень много этажей. Кто бы мог подумать, что мы окажемся в таком жутком месте. В таких условиях тренируются собаки-спасатели, которые спасают людей. Такой красивый, такие глаза. А вы вниз пойдем? Конечно, подвальчик. Я читала, что получается есть собаки, которые ищейки, есть собаки, которые спасатели на воде. Это какие собаки получается? У нас собаки, которые работают обыском местности. То есть собаки, которые ищут любого живого человека. И мы с вами просто свидетели, участники этого события специально для моего канала, специально для вас. Поэтому ставьте лайк на этот ролик, если вам понравится эта рубрика «Профессии животных», и я буду снимать ее постоянно. Но, как вы поняли, профессии существует самое разное множество, и если вам будет интересно, то голосуйте в вопросике и пишите обязательно в комментариях, что вам именно интересно узнать больше всего и про какую из профессий. А рации нужны для того, чтобы вы связывались, да, между собой? Да, мы людям, которых прячем, да, будем выдавать или оставить. А можем мы меня спрятать? Да, конечно. Ребята, короче, меня можно спрятать. Спасибо. Нас, если что, прикроют. Спасибо большое. Так, уходите вот сюда, я оттуда направо. Хорошо. Все ушли, и как-то стрёмно становится, очень темно. Не знаю, как на камере, первый раз снимаю этой камерой. Дышать как-то не особо есть чем. Такой запах спрелый. Вы обычный человек, и вы можете прийти и привести свою собаку заниматься спасением. Да. То есть, если у тебя есть собака, которая подходит по всем параметрам, она здорова, нормальных размеров, психически как бы уравновешена, да, не агрессивна и любит людей, да, вы можете присоединиться к команде спасения. Ты пока только учишься. А вы давно занимаетесь уже? Я занимаюсь, наверное, 3 месяца. Ну, то есть я правильно понимаю, что он до этого 4 года жил и все? Да, он до этого 4 года жил. А сейчас? Просто гулял, просто любил лес. Пора работать, да? Ну, пора работать. Пора творить благие дела, да? Хорошая собака, знаешь, просто приносит пользу. Не боитесь, что с ним что-нибудь случится где-нибудь? На каком-нибудь объекте? Это может везде случиться. А так он приносит пользу. Вот Байрон нам что-то принес, палку. Так. Спасатели спорят, кто круче. У каждого человека при себе есть лакомство, которым он похвалит, когда собака его найдет. Собака, когда его находит, должна залаять. И у ребят есть рации, по которым они сообщаются, типа, где, кто, что. Туда куда-нибудь ныкаешься, садишься. Я выпускаю второй раз на тебя. Подбегает, тоже прям 5 гау, хоп, кормишь. Ага, банка. Сейчас будет экшен. Организовывает какую-то такую вот операцию, демонстрирующую собаке примерно, вот как бы выглядела, могла выглядеть ситуация. И собака должна найти людей, я так понимаю. Вот в этом заключается тренировка, и мы сейчас попытаемся это снять. Работаете в МЧС? Да, я работаю. А, вы работаете, вы не просто человек, да? Я просто человек, просто работающий человек. Ну, я к тому, что мы общались с молодым человеком, он получается волонтер, и его собака, она как бы просто захотел, чтобы она занималась. А вы именно постоянно этим занимаетесь, да? Да, мы тоже раньше были волонтерами.
А, я поняла, ему сейчас показали человека, за которым нужно... Догонялки, да? Которого он должен, по сути, сейчас найти и догнать. Работай. Залает или нет? Найдет? Сейчас проверим. Залаял. Молодец. Там где-то вообще в завалах. Он стоит, нашел и лает прямо. И главное его в этот момент очень хорошо похвалить. Белая швейцарская овчарка Даня. А зачем ему ошейник со звенелкой? Это на поиск для того, чтобы собака знала, что она идет сейчас искать человека работать. Иди. Работай. То есть вот просто вот так работай и все? В этот раз люди не показывались. О, он лает. Так быстро! Ничего себе! Вот молодец! Все работает. Пока мы пробираемся через сугробы, просто это нереально. Даня, собака, это уже куда-то побежала, он уже ищет. И мы просто как тупо за ним ходим. По звуку вот этого звенелки. Не мешайте, люди тупые, работать. Работает. Сейчас мы видим, как на самом деле работает собака-спасатель. Это вообще невероятное ощущение. Так прикольно. Он зарывается в какие-то дырки, залазит между плит там под... полез туда, вниз, прямо под бетон. Мы просто бегаем за ним, я уже дышать могу. О, он залаял. Как он туда пробрался? Нет, это не вариант. Он с другой стороны, он пробрался под завалами на ту сторону и нашел человека, а мы просто не смогли обойти. Это же волшебство, когда собаки так ищут. Как? Да, правда. Да. Как вы объясняете собаке, как искать? Собака сама умеет искать, нам не надо ей объяснять, как искать. Нам надо как надрессировать ее искать? Нам надо ей объяснить то, что человек – это самое главное в ее жизни, и то, что ее цель – найти человека живого. Больше мы ничего собакам не объясняем. Собаки сами прекрасно, они прекрасно пользуются носом от природы. Любая собака, когда находит кого-то, она должна залаять, подать сигнал, да? Да, да. Угу. Чтобы люди другие уже услышали ее лай и могли туда отправиться, спасатели. Она подает сигнал именно своему кинологу. Потому что кинолог по лаю, по тембру обозначения понимает, где находится человек. То есть собака показывает именно своему кинологу. А кинолог уже потом показывает спасателю. То есть, получается, у каждой собаки есть свой кинолог, свой человек, с которым она работает. Они всегда как бы пара, да? Да. Аттестованный спасатель. Это именно человек должен быть аттестованным спасателем. Все, я поняла. И собака должна быть аттестована. И собака должна быть аттестована. Собаки тоже аттестованы по курсу поисковой службы по нормативу МЧС. Она куда-то побежала туда. Вообще в поля куда-то побежала. Некоторые собаки быстро очень находят, некоторые медленнее. И вот мне сейчас объяснили, что это зависит еще и от запаха, от ветра. То есть ветер, например, дует, и уже запах по-другому распространяется. Плюс до этого здесь проходило очень много людей, очень много запахов осталось. И, соответственно, собака, она должна во всем этом ориентироваться, чтобы найти именно того, кто прячется. Неужели там может быть кто-то? Она нашла! Она убежала от всех куда-то, просто в поля. И, блин, я даже не подумала, что она может вообще кого-то найти там. Нашла! Нашла, молодец! Красотка! Со стороны человека, который вот так вот сидит и ждет. Какие ощущения? Вот вы сидите, ждете. Просто я сегодня попробую этот опыт на себе. Нет, это отлично. Если долго сидишь, можно даже вздремнуть. Просто здесь не очень комфортно, когда у тебя над головой вот шум какой-то, что-то может упасть на голову, да? Ну, если закладка классная, там можно отрубиться и все. И в лесу где-нибудь, да? Тебя не разбудит, ты просто отдыхаешь. Поэтому я думаю... рекомендую. Я обязательно сегодня попробую. Мы сейчас спускаемся в подвал. Я часто бывала в заброшках, но сейчас какое-то странное предчувствие у меня почему-то. Есть вариант, когда собака лает, зовет голосом. Да. Есть варианты другие, когда она, получается, возвращается за человеком, который ищет вот этого человека и забирает. Да. Ага, за проводником. Да, это называется подводка. Что нужно уметь?
нить ничего. Угу. Ну, изначально первое. Собака должна быть физически, психически здорова. Психически здорова. Должна быть уравновешенная, в общем-то, угу. Безусловно. Не должна проявлять агрессии к людям. Она должна всех изначально любить. Очень любвеобильная, ориентированная на человека, да, такая, ей должно, да? Должно быть приятно общаться с человеком. Ну и, соответственно, что? И бесстрашие какое-то. Умение ходить по сложным рельефам. Вот у меня чихуахуа, да? Они не могут быть спасателями чисто физически. Чисто физически. Она не сможет проходить такое расстояние наше. Не сможет. Айда! Гавкнул первый раз, да? Вот сейчас он первый раз гавкнул, то есть от него получилось у мастера, у профессионала добиться там реакции той, которая ей нужна, чтобы он начал лаять. А, суперпёс! Молодец! Мы сегодня спасаем людей в завалах с собаками, спасателями. Я чуть не ударилась об лестницу. Мне почему-то страшно вот этих ребят, которые там. У меня ощущение, что я в игре какой-то. По таким местам какие-то люди. Вот ощущение, что апокалипсис случился. И мы сейчас просто апокалипсис. Закладка. Как? Закладка? Закладка называется. Закладка. Куда закладывается статист? Закладывается условно пострадавший. Вот видите, какие у ребят специальные коврики есть, чтобы лечь на них и лежать долго и долго. Нудно, да? Посмотрите, какая это работа тяжелая. Попа уже не такая, как была 15 лет назад. А сейчас я вам покажу, для чего нужна каска. Это была шутка. Банки выдаются, потому что в этих банках лакомство. Когда собака находит человека, человек должен похвалить ее и выдать ей эту вкусняшку. Пока! Спасибо, что не прощай. Тревожные сигналы. Ральф идет искать. Ральф идет на поиск. Собака находит человека, собака получает лакомство, и получается у нее запоминание происходит так. Она понимает, что если она находит человека, она получает поощрение, ее поощряют, ее хвалят, ей дают вкусняшку. Таким образом работает именно эта тренировка. Пока буду прятаться, я буду сидеть и снимать. А оператор мой будет снимать собаку, которая будет меня искать. Меня заложили, и я теперь тоже закладка для собак-спасателей. Мне сказали, дайте девочке ковер. Сейчас мне выдадут ковер-самолет, и я полечу. Нет, мы уже пошутили так. Они такие ждали, и сейчас они скажут, а теперь прячься, считаем до 10. Я прячусь, и они убегают просто. Начинается. Все. Пока! Я бегу со своим ковром. Меня сейчас будут прятать от собаки-спасателя, чтобы та меня нашла. Я, если честно, немного нервничаю. Выглядит как-то очень эпично. Раз, два, три, четыре человека. Сегодня, сейчас будем спрятаны. Очень далеко уходим, прям реально в другой конец здания. Рядом здесь находится больница, центр психического здоровья. И сейчас время обеда, и там пахнет очень супом, какой-то едой. Это запах приходит сюда, видимо, ветром его приносит. Им же будет тяжелее искать, да? Отвлекающий запах, отвлекающие маневры, усложнение процесса. Ну, отлично. Залезай. Пытаюсь. Мне, по сути, надо там лечь, да? Да. Все. Первая собака. Лежишь, ничего не делаешь. Собака подходит, начинает лаять на тебя. Ага. Ты ничего не делаешь, не реагируешь. Подходит хозяйка, когда она тебе скажет кормить, ага, ты ее кормишь. Хорошо. Со второй собакой на самом деле то же самое. Хорошо. И вот этим деревяшком. Потеплее было.
красавец! Молодец! 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 Крышка! Не... Это было невероятное ощущение, что меня нашла собака. Это просто так странно, и ты должен лежать тихо, не шевелиться, чтобы она... Дать ей залаять, чтобы она сообщила всем. Вообще, ребят, странное безумное чувство. Держи. Вот молодец, молодец. 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 Все. Откройте мне вот эту штуку. Однокомнатная. Так. Потому что кто-то много ест. Нет, это неправда. Блин, ну конечно, клаустрофобия начинает там развиваться немножко. Самое прикольное чувство, это когда ты вот лежишь и слышать начинаешь, вот как собака начинает ходить по верху, там стучать лапами. А потом она начинает так принюхиваться. И гавкать. И ты просто такой, о, блин, наконец-то меня нашли. Все, пока. Пока. Спасибо. До свидания. До свидания. МЧС. Меня спасли два раза. Мы несколько раз видели, как собаки-спасатели кого-то находили. Это были невероятные впечатления. Я первый раз в жизни такое испытала. Особенно вот это чувство, когда ты лежишь там внутри. Это реально страшно, что вдруг тебя не найдут. Хотя вроде ты живой и можешь выбраться, все норм. Короче, если вам тоже понравилась эта рубрика, ставьте лайк, пишите свои комментарии, голосуйте в вопросе, подписывайтесь на канал, если... Все, я уже мерзну. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать... Не пропускать... Не пропустите, чтобы, блин, да что ж такое-то, чтобы не пропустить самые крутые новые видео в 2019.